Уходим. Нет! А, прыгай, 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 прыгай. Нет, он за мной идет, он за мной идет. О, ребята, я нашел пасхалку, офигеть. Всем привет, ребят, с вами Слит, и сегодня мы поиграем в игрушку Brofist.io. Это такая игра, в которой нужно прятаться, либо... Точнее, прятаться сейчас только можно, а вот раньше нельзя было прятаться, раньше можно было просто проходить карту. То есть она была на прохождении, там нужно было прыгать через всякие препятствия. А, я надеюсь, что вы ее знаете, потому что мне еще не было ее на канале. Но сейчас я буду играть именно в новом режиме, в Hide and Seek, то есть прятки. А, я знаю то, что в прятках добавили еще новую карту, то есть, смотрите, там есть деревья какие-то. Сейчас мы это все посмотрим. А перед началом подписывайся на канал и ставь лайкусик. Если подпишешься прямо сейчас, то получишь 500 рублей, все подробности в группе ВКонтакте. Наберем 1000 лайков, и завтра будет следующий видосик. Кстати, вот эти ребята попали в видео. В следующее видео попадут те, кто напишет больше всего комментариев. Удачи! И давайте выберем скин свой. Попробуй угадать, что за персонаж скрывается за этими скинами. Пиши в комментарии. И заходим, ребята. Смотрите, здесь можно прыгать и прямо запрыгивать на деревья, чтобы спрятаться. И у нас осталось времени, чтобы спрятаться 10 секунд. А, черт, 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 черт. Быстрее убегаем, убегаем. Куда-нибудь подальше давайте убежим. Вот сюда вот, оп, сюда. Опачки, вот так. Сюда, сюда. 3 секунды, ребята. 3 секунды, чтобы спрятаться. Все. Я спрятался, ребята, в дереве. О, да. Здесь меня точно никто не найдет. Так, это у нас вроде бы не вода. То есть он тоже прячется вот тут у нас. Ой, а вот это вода у нас, это у нас вода. Лучше уходим, давайте. Уходим на другое дерево. Вроде здесь игроки с синим никнеймом, это у нас воды, которые всех будут находить и цеплять. Так, давайте не высовываться из кустов, из дерева точнее. И будем просто ждать. Эй, ребятки, давайте что-нибудь напишем. Давайте напишем так, чтобы можно было... Во, немножко видно то, что я там пишу. Ладно, не будем писать все-таки. Не хочется, чтобы меня нашли. Давайте немножко повыживаем все-таки. И надеюсь, что меня не найдут. 9 секунд. А, нет, это 9 осталось. 9 человек осталось, чтобы найти. И 120 секунд у нас. А, это получается сколько? Это 2 минуты. Это много. О, ребята, у нас тут много, оказывается. Те, кто уходит, те, кто прячется от всех. Тут еще много человек, которых нужно найти в воде. В воде, в воде. Водя, Водя, где ты? Водя. Ладно, давайте побегаем. Что-то скучно стоять на одном месте. Так, это у нас еще дерево. Прыгаем. Опачки, паркур. Паркур. Я запрыгнул на самое первое дерево. Здесь меня точно не найдут. Хотя, подождите, кто там у нас? О, ребята, у нас там вода стоит. Мне кажется, он на АФК вообще. Эй, вода. Ты что там, кушаешь что ли? Иди сюда. Давайте напишем ему. Эй, а это кто? Это кто такой? Уходим от него. Не, я в этом не участвую. Давайте все-таки прогуляемся, посмотрим на карту. И посмотрим, что здесь у нас вообще есть. Далеко ли можно уйти, куда-то спрятаться. По идее, я должен двигаться быстро, я же флэш. А, тихо, не падаем, не падаем. Хотя давайте попробуем упасть, может быть там что-то есть. А, тихо, эй, тихо. Это у нас не вода, надеюсь? Это у нас вроде не вода. О, у нас тут донышко есть, смотрите-ка. Я знаю то, что здесь есть еще какие-то скрытые комнаты, то есть, которых не видно. Давайте попробуем найти их, это такие пасхалки на карте. Поискать их. Осталось всего лишь 40 секунд, чтобы мы выиграли уже. И 3 человека, чтобы найти, один из них я. Какой-то лабиринт. Так, забираемся сюда. Правда, я не знаю, это может быть там тупик. Так, забираемся. Нет, не тупик, у нас здесь крыша. Отсюда можно выпрыгнуть. Так, и всего лишь 8 секунд осталось, 6 секунд, 5 секунд, 4 секунды, 3 секунды, и все, ребята. Мы сейчас уже выиграем, тут у нас деревья растут. Мы выиграли, давайте следующую. Хочу еще поиграть. Хочу теперь за воду поиграть, всех цеплять. Ты рус? Да, я рус. Я рус, я еще какой рус? Так, где у нас вода? Время, чтобы спрятаться, 72 секунды. Я хочу, наверное, даже побыть сразу водой. Смотрите-ка, у нас тут другая карта. Мы раньше были на другой карте. У нас тут, смотрите, какие-то худые деревья совсем. И в них вроде как нельзя спрятаться.
Я твой подписчик, он, наверное, хочет написать. Давайте напишем «Воу!» Круто. Это очень круто, то, что меня подписчики встречают в живой игре, точнее, в той... Опачки, смотрите-ка. Тут у нас какое-то место, чтобы... О, ребята, я нашел пасхалку, офигеть! Круто! Мне подписчик, короче, подогнал пасхалку. Круто. Круто. Давайте здесь пока побудем. Посмотрим, может быть, меня не заметят здесь. Ну, как меня здесь вообще заметят? Может быть, мало кто знает про эту пасхалку. Про это секретное тайное место. У меня подписчик PewDiePie. Вот это поворот. Вот это поворот. Так, и все, ребята. То есть, меня уже сейчас будут искать. Точнее, не только меня. Пойдем. Ну ладно, давайте все-таки пойдем. Может быть, мне покажут какое-то другое место. Так-с. Смотрим. Запрыгиваем. Опачки, смотрите, как тут много мест всяких тайных. Так, тут еще, смотрите. То есть, на каждой ступеньке тут много... Опачки, что это? Что это такое? Что это такое коричневое, большое, квадратное? Здесь тоже можно спрятаться, что ли? Походу, да. Так, стоп, там кто-то внизу идет. Давайте быстрее уходить отсюда. Мне это не нравится. Там кто-то идет уже внизу. О, нет, ребята! Там идет у нас вода уже. Идет уже вода. Быстрее уходим. Уходим. Нет! Прыгай, 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 прыгай. Меня чуть вода не поймал. Давайте уходим быстрее. Уходим отсюда. Нет, он за мной идет, он за мной идет. Он за мной бежит, он быстрее, чем я. Офигеть! Как так, ребята? Он быстрее меня. Так, прыгаем, прыгаем, прыгаем и уходим. Черт, черт, черт. Он меня заразил, я стал оранжевым. Блин, обидно. Черт, я проиграл, ребята, в этой схватке. Точнее, в этих прятках. Но игрушка вообще прикольная, мне она нравится. Хочется больше карт всяких интересных, прикольных. Вот, и может быть мы пойдем еще сходим в карту на прохождение в этой игре. Если вы хотите, чтобы я пошел на карту на прохождение, то пишите в комментарии, потому что она тоже прикольная. И там можно вроде как ее полностью пройти. Вот, посмотреть, что там в конце будет. Вот, а так прятки, конечно, прикольные, но чего-то здесь не хватает все-таки. Что-то маловато здесь места, где спрятаться можно. Либо просто я не нашел. Тут сюда, смотрите, можно направо еще уйти. Давайте посмотрим на всю карту. Правда, наверное, там ничего такого особого не будет. И, мне кажется, слишком далеко уходит карта, то есть, чтобы найти всех, не знаю, сколько нужно времени, но мне кажется, этого времени не хватит, потому что карта просто огромная. Хочется каких-то таких больше потайных мест, где можно спрятаться. Вот. Так что вот такая вот, ребят, карта. Что тут у нас есть? У нас тут еще какое-то место. Давайте до конца добежим, посмотрим, что там есть по травке. Тык-тык-тык-тык-тык. Прыг-скок. Опачки, у нас тут, смотрите. Впадина какая-то. Скорее всего, здесь есть тоже какие-то места, где можно спрятаться, но что-то я не могу пока найти. Да, здесь пока нету. Опачки! Что это за деревья такие здоровые? Офигеть! О, я нашел какое-то дерево, смотрите. Потайное место нашел. Ну, тоже неплохо, тоже неплохо. Но я знаю то, что есть игра «Прятки онлайн». Кто знает, пишите в комментарии. Там можно, короче, мелодии какие-то издавать, звуки, чтобы как-то шутить над этими игроками, которые ищут. Так что мне «Прятки онлайн» больше в этом плане нравится, в этой тематике. Вот такая вот игрушка, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На этом у меня все. Всем удачи, всем пока.